200 картофеля я отварила, сняла кожицу. Точнее, после того, как я сняла кожицу, здесь 200 картофеля. Здесь 800 грамм свеклы. И вес свеклы 700 грамм. Режем кубиками, как нарежете, чуть мельче, чем картофель. Ее картофель. Квашеную капусту. 500 граммов квашеной капусты необходимо отжать. У меня очень хорошая вещь для этого. Если вы можете приобрести, я вам покажу, как она, технику работает. Я уже отжала, но просто покажу технику. Вот таким образом крутится и отжимается ненужный сок, часть. Она высушивает как бы. Вот капуста. Ее будет необходимо нарезать по 2-3 сантиметра. Какая у вас трава есть? Но лучше всего я делаю и петрушку, и укроп. Почему? Потому что каждая трава несет свой шарм, свой вкус. Это придаст вашему винегрету очень такой необычный, пикантный. Надо 200 грамм каких-нибудь сладкие, в данном случае у меня горошек сладкий. Я на глаз смотрю, у меня где-то здесь грамм 200 будет. Ну, я думаю, еще чуть-чуть. Сливаете соус с него и добавляете в чашу. Значит, миллиграммов 70, может быть, 75. Я на глаз делаю растительное масло. Сюда накрошим горошковый перец. Можно и обыкновенный перец, но мне нравится особо вот такой. Я накрошу его побольше, но просто я вам показываю технологию. Сюда же я добавлю немножко соли, не очень много, не полную чайную ложку соли. И добавлю сахар, столовую ложку. Если мне соли не хватит, я потом досолю. Главное, никогда не переборщить. Сюда же я добавлю травку. Травку. И перемешаю. И теперь я смогу это добавить в винегрет. Почему он называется винегрет? Потому что там разные овощи. Добавила горошек, смесь, значит, многотравья с перцем, там солью, сахаром. Теперь мне надо добавить 2 столовые ложки уксуса и накрошить луковицу, одну большую луковицу. Мне нужно кубиками накрошить, не очень мелко, не очень крупно, и положить в чашу. Затем в конце добавляете 2 столовые ложки яблочного уксуса и все тщательно опять пробовала. И считаю, что нужно подсолить. Я почти, не полную, пол столовой ложки соли еще добавлю. Прикрою крышкой мое произведение и поставлю в холодильник на 1 час. Винегрет настоялся, он поменял окраску и даже вкусовую гамму. Уже можно подавать к столу. Получается винегрет красавчик.